Российский агрессор не оставляет намерений по оккупации Украины. Несмотря на значительные потери, противник продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Мариинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили 102 атаки противника на указанных выше направлениях. Российская Федерация продолжает применять тактику террора, осуществляет неизбирательные обстрелы населенных пунктов, тем самым грубо нарушая нормы международного гуманитарного права. За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, в частности по объекту гражданской инфраструктуры города Славянск Донецкой области. Также враг нанес 8 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы по всей территории Украины. Опять сегодня летали самолеты, и Ту-160 поднимался в воздух, и МиГ-31, но правда не те МиГи, которые оборудованы под ракетный комплекс «Кинжал», но тем не менее. И были в воздухе Ту-22М3. Так что воздушные тревоги сегодня звучали по всей Украине и в отдельных областях. Высоким остается на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено. Продолжаются работы по инженерному оборудованию враждебных позиций в приграничных районах Белгородской области. В течение суток оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск, вел безуспешные наступательные действия и продолжаются локальные бои на участке от Площанки до юга Дебровы. Вот такая обстановка на Купянском и Лиманском направлениях. Бахмут. Бахмутское направление. Враг не оставляет попыток захватить город. Пытается расширить вбитый по трассе Е-40 клин. Да, они вклинились в нашу оборону. Но, кстати, попытки не такие активные, как само пробитие клина. Сбавили они немножко темп. Враг перешел балку Дубовый Яр и продолжает движение по балке Кудлина в сторону Орехово-Василовки. То есть, к сожалению, надо констатировать, что они имеют успех и пытаются его развивать. К тому же оккупанты подошли к высоте 224. Противник атакует Железнянское и Богдановку, и там бои продолжаются в настоящее время в районе Железнянского и Богдановки. Трудная ситуация в городе Бахмут, где враг давит с трех сторон, с южной, самой тяжелой стороны, там самые активные действия, а также в частном секторе, с южной стороны, так как в частном секторе им удается продвигаться в сторону центра. Из открытых источников стало известно о возможном выходе оккупантов на трассу между Ивановским и Бахмутом. Сейчас уточняется эта информация, насколько это соответствует действительности. Если это правда, то еще один маршрут логистики или обеспечения наших войск перешел под контроль российских оккупантов. Видите, с одной стороны река Бахмутка защищает центр, а с севера и с юга, к сожалению, они перешли реку и движутся вдоль реки, но уже по правому берегу. Вот такая вот ситуация на Бахмутском направлении. На Авдеевском, Мариинском и Шахтерском направлениях. Здесь восточнее Авдеевки линия боевого соприкосновения выровнялась по трассе, то есть линия фронта. Враг очень неудачно сходил в атаку на северное, понес большие потери, откатился на исходное положение. Продолжаются попытки оккупантов подойти вплотную к Невельскому, но попытки безуспешные. В Мариинке продолжаются бои, там изменений не зафиксировано. Вот такая вот здесь ситуация. В общем, можно отметить, что на Авдеевском, Мариинском и Шахтерском направлении тут более стабильная ситуация. Нам удалось стабилизировать фронт, и он за прошедшие сутки не изменился.
Ну, Запорожское и Херсонское направление. Здесь противник ведет оборону, оборонительные действия. Обстрелом подверглись районы населенных пунктов. В основном вдоль линии соприкосновения на обоих оперативных направлениях. Вот. И последнее время участились или усилились обстрелы города Очаков. Я так понимаю, Николаевской области. Я так понимаю, что артиллерия достает туда, и они его обстреливают, чтобы нельзя было задействовать порт и тем более военные объекты в самом Очакове. Российские захватчики продолжают грабить временно захваченные территории. Недавно в Энергодаре оккупанты начали вывозить из учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции учебное оборудование, на котором проводилось повышение квалификации персонала. На фоне больших потерь личного состава в войне противник использует альтернативные источники пополнения живой силы. Так, на прошлой неделе было отмечено движение в сторону Донецкой области поезда с плацкартными вагонами для перевозки заключенных. Один из вагонов с осужденными женщинами. Это уже новый тренд, но это уже Министерство обороны, это уже не частные военные компании. То есть Министерство обороны Российской Федерации забрало право у Пригожина вербовать заключенных, теперь они сами пользуются услугами заключенных в плане пополнения, восполнения потерь. А у меня тогда возникает логичный вопрос. Подождите, у вас же идет мобилизация. Так что мобилизация провалилась? Начинает, точнее, проваливаться. И личного состава, который вы призываете по мобилизации, уже катастрофически не хватает, что вы кинулись собирать заключенных вместо пригожинцев, кинулись собирать заключенных по тюрьмам. Причем как женского, как женщин, так и мужчин. Вот интересный вопрос. Далее, в течение суток авиация сил обороны Украины нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления войсками, российскими войсками, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 склада боеприпасов и состав горюче-смазочных материалов. Всего за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 710 российских оккупантов, уничтожили 8 танков, 5 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 1 беспилотник оперативно-тактического уровня, 6 автомобилей и 9 единиц специальной техники. По состоянию на утро сегодняшнего дня в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля. Ни один из этих кораблей не является носителем крылатых ракет «Калибр». Вот такая вот военная обстановка сегодня произошла за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона.